Скажи привет. Привет. Да. Говори, скажи привет всем. Привет всем. Куда мы едем? Дистанция. Да? В кассу едем. Правильно. А с кем мы там будем встречаться? Папа! Только можно как-то нормально интонацию выбирать, Николас. Правильно, ну так, спокойненько, нормальная интонация. Давай к папе. Мы к папе едем, правильно? Все, молодец. Скажи теперь всем пока. Всем пока. Ну, интонацию подбери нормально. Скажи. Пока. Упс, телефон упал. Пока. Помоги. Отлично. Скажи, до скорых встреч.